Смотри, там наверху проход. А? Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение. Никогда не думал, что увижу. Почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. Быстро!
Что это? Стой! Они могут они передвигаться стаями? Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Что это там наверху? Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Не готов! Тут еще. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Смотри.
Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Готово! Отлично. Получилось.
Мертвецы. Думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопасней там? Скитальцы? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать. Понемножечку. Сражаться я буду один. Он же... Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Тогда соберись. Надо искать выход. Вот. Это цепь. Опусти цепь. Ладно.
Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Вставай, двигай тушу! Я тебя так отпинаю, стрелой помчишься! Давай! Чего разлеглась? Вставай уже! Ну, пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Ха! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Диггер пикет тумбар вокруг. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ещё.
А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Что на этот раз сломали? Знаешь, для нас малый рост тоже броня. А так сложнее попасть. Чего тебе, мелочь пузатая?